я здесь. Да. Либо уж идем до конца и... Получаем отказ. Ну, отказ. Нет. До чего конца? Ну, это мы не знаем, да. Ну, вот только два варианта. Я единственное, чего боюсь, во-первых, у нас не все квартиры здесь, конечно, нет, да? Мы сейчас проголосуем. Как вот это правильно сделать? Вот я до сих пор... Не хотя бы, нет. Ну, а сколько здесь человек? Нет тех людей, которые все подавали. У нас квартир нету. Понимаете, этих людей нету. Ну, когда вы говорили по виноподичным, которые прийти не могут. Никто не будет никогда. Но! У нас сколько квартир в доме? 30. Здесь квартир 15 точек есть. Еще человек подошел. Ну, почти кворум. Ну, нет, хотя бы даже есть. Хорошо. Проголосуйте. Нет, хорошо, а можно будет потом еще в процессе решать и собирать? Ну что, товарищи, прям ставите такие рамки. Им тоже, видишь, надо делать это все иначе. Им надо либо делать, либо...